Якщо ви щойно прокинулися і думаєте, де ж ті миколаївці рятувалися, що з ними було, то сніг, друзі, прокидайтеся. У нас в гостях Ірина Руденко, учасниця снігового патруля. Вітаю вас. Дякую, що ви зранку з нами. І так, по поводу сніжного патруля. Як возник і з яких пор, від кого і так далі? От, чия була ініціатива? Ну, канал «Снежний патруль», как бы, как понятие появилось на канале «Зела», это мобильное приложение «Рация», «Непогода Николаев». Там собрались люди 3 года назад еще, которые, ну, как бы были не безразличны к стихии. Они собрались на канале и обсуждали ситуацию на дорогах, помогали людям, которые нуждались в помощи, там, застрявшие автомобили, кто-то не мог завести автомобиль, ребята подъезжали, помогали. И вот с тех пор, уже 3-й год, на этом же канале собираются активные граждане, которые готовы помогать. Ну, я хочу сказать, что в этом году очень активно народ собирался, потому что еще во вторник в различных соцсетях и в Вайбере и так далее все списывались, что ребята, подписывайтесь на канал Зела, чтобы можно было, если что, связаться. Берите лопаты в машину, у кого внедорожники, будете помогать. Я так понимаю, что с каждым годом растет количество участников. Да, в этом году гораздо больше участников, чем в прошлом году. Ну, это такое, знаете, общество очень приятное. Неравнодушное. Неравнодушное, да, как бы, поэтому... Ну вот я смотрю, что некоторые уже издания сделали, даже интернет-издания сделали небольшой отчет, что и 410 вызовов приняли, да, и спасли там определенное количество автомобилей. Вы тоже уже в соцсетях сделали небольшой такой уже итог, что было сделано. И я так понимаю, что готовитесь теперь на среду и на субботу, потому что синоптики опять обещают не только просто снег, а еще и дождь вдобавок к нему. Ну, снежный патруль, в принципе, всегда готов. И не только к непогоде. На самом деле снежный патруль действует и летом, просто, ну, как бы в более меньшем количестве. Но все-таки мы с ребятами общаемся, мы ездим с ребятами в детские дома. Как бы я занимаюсь донорством крови, ребята помогают в этом. Поэтому такой основной, скажем так, коллектив снежного патруля, он общается в течение всего года, поэтому в этом году мы более подготовлены. Ну, и опыта с каждым годом становится больше. То есть мы уже знаем, к чему готовиться, какие проблемные моменты были в прошлом году, как их лучше устранить. Поэтому более подготовленные, естественно, чем больше людей в канале слышат о проблемах, тем больше людей могут помочь. Потому что территориально проблемы возникают в разных местах, и, соответственно, чем быстрее мы окажем помощь людям, тем лучше для всех, собственно. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшие ролики ночные. Начнем с ночного ролика, где как же непогода это начиналась. И после посмотрим еще несколько и прокомментируем. Ого. Ты, смотри, тебе тут колеса бы сейчас засяды. Да, мы уже такие, что за силы. Тут получается. Опять интернет у нас. Машины, трактора не проходят. Значит, дорога такая, что два трактора колею не могут пробить. Александр Зелли, привет. Це ми за Софіївкою, між Софіївкою і Березніговим поворотом на Березніговато. Бачу, привіт. Ну вот мы видим, какое на самом деле было состояние, это еще когда мело активно, и, соответственно, уже не боялся снежный патруль выезжать и смотреть, кому же нужна помощь. А когда уже поступили первые зазывы к вам, что вот помогите, спасите, застряли или можем завестись и так далее? Ну, на самом деле, сначала мы как бы... Мы плотно общаемся со станцией скорой помощи,
У нас, кстати, есть фотографии, можно показать этих девушек, которые также помогают. И, кстати, по статистике они приняли вот именно 410 вызовов николаевцев по городу. Ну, это количество вызовов скорой помощи по городу. Угу. Первую ночь было 410, потом 480 где-то, и 500, и за 500 переходило. Угу. Максимально в этом году, девочки говорили, это 718 вызовов было. Это когда была эпидемия гриппа, 718 вызовов. Угу. Это реально сложная работа. Отработать все эти вызова, потому что ребята, фельдшеры, бригада фельдшеров работали просто без перерыва какого-либо. Это сложно. По сути, на износ. Сейчас вот еще раз можем посмотреть эти видео, узнать этих героев, героинь, я могу даже так сказать. Вот, они принимают активно все вызовы. Я смотрю, что у них и смены, даже были и сменщицы, и карта, где что, как по городу, где почищены дороги. На станции скорой помощи есть карта, на которой видно движение карет скорой помощи. Почему мы, собственно, и дежурим на станции скорой помощи? Для того, чтобы видеть четко, где находится машина, чтобы как можно быстрее туда добраться. Да, они три человека дежурят у них диспетчеров, они меняются периодически, для того, чтобы всю эту нагрузку выдержать. А в этом году еще снежный патруль начался с небольшого конфликта, в социальных сетях это высвечивали, и, соответственно, потом в некоторых интернет-СМИ по поводу такого же названия или что-то еще подобное. От вас хотелось бы услышать уже конкретно, что же на самом деле было. На самом деле участники снежного патруля, которые были с нами в прошлом году, почему-то решили создать отдельный канал, назвать его «Снежный патруль», и они планировали тоже помогать людям. Почему мы были, скажем так, крайне возмущены этим? Потому что мы, во-первых, понимали, что это раздвоение, что это, как бы на одни и те же точки можно выезжать двум бригадам. На те же точки, во-первых, это рассеивает внимание самих активистов, которые готовы помогать. Плюс нас возмутило то, что они взяли наше название, «Снежный патруль». Да, потому что это уже, по сути, бренд за несколько лет. Вот николаевцы хорошо знают и знают этот канал. Те, кто не знали, теперь будут знать. Если у вас возникают проблемы непогоду, то «Непогода Николаевна», «Зелла», можете подключаться. А я хочу также показать сейчас варианты логотипов, поскольку вы уже бренд, поэтому нужно создавать логотипы. А вчера буквально появились уже у вас в группе вот такие варианты логотипов. Что выберут участники группы, то уже и будет логотипом. Сейчас идет голосование в Фейсбуке по поводу того, какой логотип больше нравится. Он обсуждается, это не окончательные варианты, в принципе, возможно, будет какое-то другое решение. Мы уже решили, что все-таки 3 года нашей это уже показатель. Это уже показатель. Основная команда уже сформирована, то есть люди уже не первый год занимаются этим. Я же говорила уже, повторюсь, что «Снежный патруль», он действует круглый год, не только в непогоду. В непогоду мы просто очень активируемся, это нам очень нравится, тогда мы чаще встречаемся, больше общаемся, больше обсуждаем какие-то проблемы. Поэтому. Я смотрю, что вы активно сотрудничаете не только со скорой помощью, вы также с нашими дорожниками. Я смотрю, что вышли помогать им расчищать улицы, разбрасывать песок, чтобы хоть как-то наладилось движение в городе. Поэтому вас уже воспринимают как таких союзников, которые серьезно стоят на ногах и могут помочь. На самом деле так должно быть. То есть мы считаем, что когда в городе стихия, то все должны активизироваться, все должны участвовать и все должны помогать. Чем больше скоординированы наши действия со всеми службами, тем быстрее мы справимся с этими проблемами. КП «Элло Автодорог» с нами и в прошлом году сотрудничали. Павел Палыч был просто незаменимым сотрудником 24 часа в сутки. Мы его дергали постоянно. Павел Палыч, посыпьте тут, Павел Палыч, посыпьте здесь, расчистите это. На самом деле просто службе сложно определить проблемные моменты. Ребята всю ночь ездят по городу и выявляют такие проблемные места. Одним из проблемных мест, очень проблемных, очень опасных, это был кусочек дороги от
Соборной до Московской по проспекту Ленина. Там полностью вот по стороне, где докер находится, это полностью было стекло. Ребята даже сняли ролик, как они могут проехать, стоя на ногах, от, ну, там, метров 20. Ну, я вот читал, да, зрада отменяется, ребята посыпали песком, так да, было написано. Мы вызвали это, дорожную службу, ребята с лопатами, ну, сам зам руководителя предприятия привез песок, и они порассыпали его для того, чтобы устранить. Потому что просто если машина проедет и посыпет, то она, ну, к сожалению, не устранит этот момент, и она не может усилить интенсивность количества высыпанного, высыпанной смеси на дорогу. Я предлагаю еще одно видео просмотреть, там, где вытягивают грузовики, потому что вы сегодня, вы помогали, точнее, во время непогоды и таксистам, и некоторым даже компаниям, машины которых застряли. Ну и вот сейчас видим даже тем, кто перевозит тяжелый груз. Вот так, сколько радости у людей получилось, потому что не с первого раза получалось, несколько роликов есть этого момента, все время мешала непогода все-таки, но получилось, ура. Хотелось бы еще все-таки акцентировать на том, что реально вот ваши действия можно назвать волонтерством, в отличие от многих моментов, когда мы встречаем псевдоволонтерство. Почему? Потому что вас никто не спонсирует, вам как бы нет никаких грантов, ничего. Это просто люди рвут свои машины, заправляются сами, не спят ночью, там уезжают от семей, потому что надо помогать, да, николаевцам. Поэтому я вот лично для меня это большой показатель того, что вот волонтеры в Николаеве на самом деле есть. Поэтому вот сколько вас, если так вот посчитать хотя бы вот в количестве, считали, делали счет, потому что, чтобы знать, сколько вот постоянных, которые из года в год? К сожалению, такой статистики нет. Максимальное количество людей в канале в этом году было 200 человек. Ну, не все из них, естественно, принимают активное участие, многие слушают, кто-то советом помогает. Вот. Но достаточно численное количество постоянных, вот из года в год переходящих людей. Я их очень уважаю, я считаю их очень сознательными гражданами. В любую минуту, ночью я могу, я знаю людей, которым я могу позвонить, и они из любого места в городе сядут в свою машину и поедут вытаскивать скорую. Ну что ж, будем надеяться, что в среду и в субботу такого уже коллапса не будет, будет все спокойно, как-то будем разгребаться сами, чтобы у вас было поменьше работы. Но если что, будем знать, Снежный Патруль всегда готов помочь.